Да. Надеваем шапки. Я хочу, чтобы не самое самое. Я хочу. О, Игорюша, чем занят? Да тут готовлюсь к челленджу. Папа, хочешь принять участие? Какому еще челленджу? Нарисуй и отгадай. Круто. Будет принять участие, папа? Да что-то как-то не готов я. Струсил? То, я струсил? Да. Ну-ка, давай-ка, продолжай нарезать. Привет, ребята! С вами Игорюша. И папа. Сегодня мы решили посоревноваться в нарисовании транспорта, который Игорюша только что начал резать, да? Посмотрите, ребята. Да. Вот столько у нас разного транспорта. Сейчас мы закончим его нарезать, да? Да. Положим сюда, перемешаем и будем соревноваться, кто быстрее нарисует, потом с закрытыми глазами, ну и будем отгадывать, да? Да. Поехали? Поехали. Итак, ребята, мы нарезали наш транспорт. Да. Сейчас мы его будем перемешивать, доставать. Ну, кому что достанется. Да. Конечно же, Игорюше достанется самое сложное. Да, если это папе достанется самое. Нет, тебе достанется. Нет. А вы пока, ребята, голосуйте, кто будет круче, там, комментируйте. Да. Поддерживайте меня, папу. Да. А кто первый будет рисовать на камень? Давай, кто будет первый? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, побеждаю. Это ножницы такие у тебя спрятанные были. То есть ты меня порезал. Ну ладно, давай первый тогда. Ну что, ребята, на время. Дайте нам, пожалуйста, таймер. Спасибо. Это наш таймер. В течение 20 секунд Игорюша должен будет... 20 секунд. Ничего страшного, успеешь. Ставим сюда. Берем листочек. Закрытыми глазами достаем себе транспорт. Ну, доставай. Так, что у нас попался? Автобус, ребята, автобус попался. Я специально просто хотел перемешать. Автобус попался. Ну вот смотри, ты должен этот автобус нарисовать. Ну не этот, а любой. Просто как ты себе представляешь автобус? Можешь во весь лист. Любым фломастером на свой вкус. На старт, внимание, 20 секунд у тебя. Марш, поехали. Начало, где? Начало, ну. О! Так. Ты не смотри на время, ты смотри на листочек. Оп, все, время вышло, стоп. Есть, ну что, ребята, смотрите. Похоже это на автобус? Оцените в комментариях, поставьте лайк, если похоже, да, на автобус. Смотрите, как, ребята. Как-то быстро стекло реет. Ну, вот в этом-то и смысл, что чем быстрее. Теперь на 30 секунд. Теперь я, да? Я беру листочек, закрываю глаза, перемешиваю, ищу свой транспорт. Что же мне попадается? Мне попадается автомобиль, который я должен буду нарисовать за 20 секунд. Возьму фломастер какой-нибудь. Ну, давай стартуем. Нажимай начать. Пошло время. 20 секунд. Машина. Не похоже. Так. Тачка. Скоростная, да? Скоростная тачка. Не успел. Ну что, все. Все, вырубай. Так, ребята. У меня должна была быть машина. Получилась ли она у меня? Ставьте лайк, если да. Автобус против машины. Кто круче? Кто? Мой автобус. А мы посмотрим, что ребят поставят. Так, откладываем. Дальше. На 30 секунд. На 30 секунд? Какой хитрец. Не получается за 20, решил за 30. Так. О, поехали. Так, ну давай листочек берем. Автобус машины откладываем. Закрывай глаза, выбирай себе. Я перемешаю, закрывай глаза. Закрываю. Катер. Рисуем катер. Нажимай себе начало. Поехали. Катер. Как представляешься? Так. Неплохо начало пошло, неплохо. Посмотрите, ребята. Это же просто мастер у нас. Ну, а ты говоришь, не хватает. Вот у тебя сейчас 20 секунд вышло уже, а ты уже нарисовал. Зачем тебе 30?
Так, у тебя еще 5 секунд. Ну, что еще можно нарисовать? Так, 2, все, закончил? Ну все, сброс. Стоп. Так, ребята, катер. Катер это Горюша, как вы думаете? Я думаю, что... Неплохо. Нет. Уже делает первые шаги. А у тебя машина получилась самая классная. В общем, ребята, ставьте лайки, похоже на катер. Если на катер похоже, ставьте лайки, да. Ребята. Выбираем катер. Теперь моя очередь. Закрывай глаза. Что мне попадется? Мне попадется вертолет. Ты не успеешь. Вертолет. Так. Ну, ставь мне 20 секунд. Я, в отличие от тебя, справляюсь за 20 секунд. 10 секунд. Ты можешь за 10 секунд? За 10 секунд вертолет? Ну, 11 секунд. Начало, да? Поехали. 11 секунд. Вертолет. Все, стекло сейчас время. Опа. Все. Все? Оп, стоп. Видите, ребята, мне даже 11 секунд хватает. Вертолет. Ставьте лайки, если похож на вертолет. И кто круче, лоза. Мой вертолет или Игорюшин катер. О, как, вот. Теперь я буду на 40. Ты на 40? Нет, 40 я не буду играть, это нечестно. За 20 секунд ты нарисовал катер. Тебе достаточно 20 секунд, поверь мне. Я на 30 счет. Ну, 30 оставь, тогда 30-ку ставь. Ну, давай, что у тебя попалось? Трамвай, ну вот видите, ребята, трамвайчик попался. Рисуй трамвай. Поехали. Трамвай. Самые основные, что у трамвая? Во. Ну вот. Во. Так, что там еще у трамвая есть? Можешь подсматривать, у тебя же картинка есть. Какой трамвай? Вот, смотри. Вот. Так, еще быстрее, давай, давай, давай. Окна. Окна, окна, окна. Нарисуй окна. Раз окно. Давай, два окна, быстрее. Еще окно. Ты ни на время не смотри. Так, во, 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 вот это самое главное. Вот, вот, все, стоп. Итак, ребята, ставим лайки, голосуем, трамвай. Игорюшин трамвай. Ну я успел. Успел, видишь, какие проблемы, 30 секунд, ну. Даже если мне попадется огромный лайнер, я просто лодку нарисую обычную и все. Так, ребята, моя очередь, беру листочек. Это у нас третья попытка, да, потом будет вслепую, вот это будет интересно. Да. Так, ну что, я закрытыми глазами выбираю, что мне попалось. Полиция, да? Полиция, ребята, полиция попалась. Мы... А я тебя знаешь за сколько секунд? Значит, синий цвет надо взять. Ну что, давай, 20 секунд мне оставь. Не 20 секунд, я тебе самый сложный уровень дам. Да? А я... Нет, 10. Давай десяточку. За 10. Давай, видите, какой папа-то крутой. Да, все, за 10. 10. Ну, начало нажимай. Все, пошло время, да? Да, пошло. Так. Все. Стоп! Ты еще колесо не успел нарисовать! Смотри, за 10 секунд! Смотрите, ребята, полиция за 10 секунд. Получилось или нет? Нет! Лайки, нет? У тебя колесо! Вот такие, ребята! Кто круче, полиция или трамвай? Все, закрытые глаза! Начинаем с закрытыми глазами? Да. Поехали! Ребят, теперь вслепую рисуем, как хотим, без времени. Выбрал? Да. А я вытащу тоже, тебе не скажу, да? А потом мы будем отгадывать. Так, отлично. Все, ребята, поехали. Я рисую свое и Горюша свое. Будем потом отгадывать, кто что нарисовал. Мне главное не забыть, что я там. Так, поехали. Где листочек? Все? Да. Ну ладно, все. Так, ну что? Кладем наши маркеры. Так, шапочку можно пока оставить. Ну что, ребята, смотрите. Игорюша нарисовал свое вслепую, а я нарисовал свое вслепую. Как вы думаете, что это такое? Мне кажется, что это паровоз. Нет? Попытка неправильная? Ты сдаешься? Да, ты сдаешься. Ну хорошо. Трактор. Трактор, ребята, ничего себе, вот это трактор. Вот вслепую Игорюша дает. А это что такое, как ты думаешь? Думаю, что это пожарная. Пожарная? Ты уверен? Ребят, как вы думаете, что это такое? А? Что это? Я, кажется, догадываюсь. Ну вот подсказка, да. Лесовоз, ребята, это был у меня лесовоз. Лесовоз. У Игорюши был трактор, а у меня был лесовоз. Ребята, продолжаем рисовать вслепую. Сейчас Игорюша убирает свой транспорт, я отворачиваюсь. Не говори мне. Выбрал?
Да. Запомнил? Переворачивай. Не показывай мне. Теперь я выбираю. Закрываем глаза, только честно, а то я... Ребята сейчас будут проверять, как ты там, вслепую или нет. Выбирай свой маркер. Любой. Любой маркер. Какого цвета? Ну вот я вот хочу оранжевый, например. Я сиреневый. Запомнил, да, что у тебя? Рисуем закрытыми глазами. Поехали. Все, натягивай. Поехали. Так. Ничего не видно. Как это нарисовать? Ну ладно. Так. Так, что интересно. Когда закончишь, скажешь, ладно? Я уже закончил. Ты уже закончил? Ты уверен? Ой, еще не дорисовал. Ну, я закончил. Я тоже. Так, опа. Ну, давай, открывай, клади. Я уже знаю, что у тебя. Ну что, ребята, показываем, да? Игорюшино творчество и мое творчество. Как вы думаете, что нам попалось? А? Как вы думаете, что попалось? Ну давай, я попытаюсь догадать у тебя. Это что, самолет? Как ты угадал? Ну, крылья есть. А у меня? Это истребитель. Истребитель? Потом откроем, посмотрим. Самолет. А у меня что? Корабль. Как он еще называется? Лайнер. Йоааа! Ребята, Игорюша просто молодец! Тебе слов не попался! Лайнер! Ребята, это лайнер. А тебе самолет, точно самолет! Ну ты прямо лайнер вообще просто в точку, молодца! Ну, отлично, ребята, играем, так. Давайте еще! Давай, по третьему разу и будем уже голосовать. Надеваем шапки. Я хочу, чтобы не самый самый. Я хочу. Выбрал. Переворачивай. Запомнил? Запомнил. Все, переворачивай. Теперь я выбираю. Только не смотри. Ага, ну все, я перевернул. Все, поехали. Так, какой будет на этот раз? Зеленый. Зеленый. Я хочу... Ну давай фиолетовый. Вот возьму фиолетовый. Ну что, погнали? Ты свое, я свое. Потом отгадываем. Закрывай глаза полностью. Опа. Все, поехали. Так. А интересно, кстати, я думал, что будет хуже. Я уже закончил. Ты уже закончил? Раз, два, три. Не могу отгадать. Что же это такое? Закрывай фломастер. Так, покажем ребятам, что мы. Игорюшино творчество, мое творчество. Как вы думаете, что это такое, пока вы не отгадали? Как вы думаете? Пишите свои варианты. Как вы думаете, что это такое? Я не знаю, что это такое. Сейчас, подожди, что это такое? Поезд? Ну, говори честно, поезд или что? Ну, поезд. А это... Ну, поезд, ребята, я отгадал поезд, так. А как я отгадал? У него колеса, как у машины. А я не знаю, что у тебя. Ну, подумай. Какой-то грузовик. Так. Грузовой. Внимательно присмотрись к его задней части. Ты такое часто видишь во дворе. А, это который мусор перевозит. Ну как это? Мусоровоз. Муровоз. Ребята, ну наконец-то. Неужели так не похоже, да? Да. Вот что значит с закрытыми глазами. Голосуем, ребята, у кого круче. Скоростной поезд Игорюши. Это же скоростной поезд. Да. Скоростной поезд Игорюши или мой мусоровоз. Дружеская ничья. Да. А от вас ждем комментарии. Да, ребята, заходите ко мне в Инстаграм, там очень классно. И смотрите там новые фотки у нас. И напишите, какие челленджи с рисованием устраиваете вы. Да. А может быть, нужно устроить нам. Ну что, до новых выпусков? Да, пока-пока, мальчики и девочки. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Игорюши Игорюши. Всем до новых встреч. Пока-пока. И всего мокрого. Смотри другие видео и не забудь подписаться на канал!